Всем привет, ребят! Сегодня это я, Лида29К. И смотрите, ребят, что... и сегодня у нас будет паркур, да? Будет паркур. И это, смотрите, у нас это первый уровень, да? И он самый легкий, но потом будет очень сложный уровень будет. Мы будем проходить до 20 уровень. Ну вот, давайте проходить самый первый уровень. Ну, погнали! Начинаем, так. И, короче, давайте, это самый легкий уровень, что я даже прошел как быстро. И не знаю, за сколько секунд. Но, короче, мы выполнили это задание и переходим к второму уровню. И вот, ребята, короче, это уже второй уровень, прямо второй уровень. И, короче, вот, мы дойдем до оттуда. И смотрите, ребят, кстати, я вам хочу рассказать одну новость, что теперь у меня есть чехол на новый чехол, наушники, микрофон, да. Теперь вы будете... Я вам обещал, что я куплю на микрофон, и я буду говорить, да. Я буду хорошо слышать, ну, что происходит, да. Ну, давайте не будем задерживать вас. Погнали второму уровню. И это уже немного сложно, но все равно легкий, да. Ой, как тут надо прыгать. И все, мы выполнили с легкостью это задание, да. И, ребята, еще поставьте лайки, подпишись, да. Потому что наша цель — это 500 тысяч подписчиков. Но я думаю, вы справитесь. Погнали к следующему уровню. И, короче, ребята, это уже третий уровень, да. И, короче, смотрите, уже куда-то идет это вниз, не знаю куда. Но давайте пройдем следующий уровень. Так. О, мы куда-то уже выходим. Наверное, мы в здание идем. А мы внутрь идем, правда? Прикольно. А что нас там ждет? Подарок? Нормальный. Я люблю этот мотоцикл, да. Давайте заберем на свою базу, потом будем посмотрим, что мне подарили в этих раундах. Да, у нас будет 30 раундов, 20 раундов. Давайте переходим к четвертому раунду. Все, ребята, короче, продолжаем играть. Да, я немного там просто задерживаюсь, потому что много времени, да. Ну, сейчас времени еще хватает. Сколько у нас? А, еще много, да. Ну, давайте пройдем четвертый уровень. Там я вижу подарок. Давайте начнем. Я хочу поскорее подарок, и давайте начнем. Так. Опа, ребята, вы видели, я чуть не упал. Офигеть. Ё-моё, как срочно. Пятый уровень, наверное. А, это Бэтмобиль, это уже круто. Поехали. Нет, я упал. Ладно. Это же всего лишь упор. О, у меня уже две подарки. Две машины. Один мотоцикл, одна машина крутая. И у меня сразу крутые машины дают. Да. Давайте ждать следующий уровень. Так, ребята, короче, начинаем следующему, да. Так, вот это уже пятый уровень. Да, это правда. И, короче, ребята, давайте продолжать играть, потому что времени уже как много. Давайте начинать играть пятый уровень. И давайте так начнем. Ой, уже, кстати, броки изменились. И, ребята, я понял, что в этом игре, смотрите, игра усложняется и усложняется. Ну, давайте пойдемте к этому уровню. Так. Ё-моё, это уже сложно. Кстати, уже вот эти размеры, они уже большие, длинные стали. Ну и правда усложняется игра. О, а тут... Ай, стойте, я же воспользовался... Я же вот этим... Джикпаком. Вот, и я сегодня поручил...
У меня плюс, кстати, вот смотрите. Вот, можно сделать туман. Давайте погнали. Самолет, не уезжай. Это мой любимый. А только почему там дырка? Это мне так не нравится. Вот так поставим. Все. И, короче, давайте ждать следующий уровень. И, короче, ребята, вот уже... Офигеть, какой уровень. Посмотрите, как поезд какой-то. Да. Уже... Это уже 6-й уровень. Посмотрите, какой он сложный. Хотя это легкий. Давай, погнали. Так, ё-моё, тут уже... Даже тут не видно, где стоит... Где есть брок, а где нет. Тут невидимые броки. Давайте. Ой, я уже возле конца. Так. Ребята, кстати, пожалуйста... Давайте наберем на этим райком 20 райков, пожалуйста. Я как стараюсь здесь, я просто сколько времени тратю, а вы как Мара, да. Давайте поддержите меня с райками, потому что смотрите, как дурка я строю. Ну вот, трамплин еще задумки у меня. Я это придумано видео, да. Я еще... Его придумал, но сегодня этом видео не будет монтирования. Ну давайте все. Короче, приступаем к 7-му уровню. Так, короче, давайте немного. Ну, уже сейчас начнется 7-й уровень, да. А вот уже мой уровень. Пиби. Эй! Что? Кто меня зовут? Эй! Пацан, у тебя тут посылка. Посылка? А, наконец! А ты уходи, ты мне не нужен. Зачем мои посылки смотришь? Вот мои деньги, ребята, я тут посылку вызову. Все. Короче, давайте. 7-й уровень, давайте. Проходить. Так, это очень легко. Ну хотя. Блин, заново. Ребята, я вам скажу правила. Ребята, если вы упали. Если я упал, то я начинаю проходить все заново. Все заново. Ай, Джика. Не, вот это мне очень сложно. Как? Так нечестно. Так, короче, вот. И, наконец. Ой, а что так уж сложно? Ё-моё. Ребята, наконец сюда добраться. Ребята, тут и правда сложно. А я думаю, все уровни будут легкие. Но наконец мы прошли этот уровень. И если мы пройдем этот уровень, то мы получили такую машину крутую. Да. Давайте ставить на место. Так, давайте порожим нашу машину крутую. Все. Давайте ждать следующий. И вот 8-й уровень. Что? Он такой легкий? Да его без проблем. Пройду, что, подожди-ка. Не, нужно на этом 8-м уровне попрыгать вот так. О, ну это нормально, давайте сначала. Так. О, повезло. Это легко. О, я упал заново. По средним, блин, я упал. Да сколько тут? А, тут 5, ну ладно, значит. Так. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И пам, ура, моя машина появилась. Я выполнил это задание. И да, у меня теперь... нет, моя машина, что? Она прыгнула. Ё-моё, как? Все, давайте поставим. Ребята, еще появилась ошибочка, что... Вообще-то, мы пройдем уровень, тогда уже будет 15, да. И, короче, давайте ждать следующий уровень. И вот, ребята, короче, это уже 9-й уровень, да. И, короче, давайте проходить. Так, да, мы начинаем. Так, отсюда вот, Ё-моё, как сложно, блин, заново. Да как это сложно. Эти уровни как уже удручаются. Пройдет 1 час.
Нет, уже 1 час прошел, да. О, повезло, повезло. Давайте посмотрим на этот момент. Это из-за этой камеры. Фух, ребята, наконец. Так, давайте. За что? Наконец, я уже как зро, я не могу. Вот так, а ты думаешь, мне так? Я нубик, да? А я про. В этом игре. Да, кто-то только скачали, они даже не понимают, как играть. Ну, им учиться надо. Так, давайте. Так. Так, подожди-ка, сейчас. И, короче, ребята, я уже вижу там уже какие-то предметы. Офигеть, сколько машин. Это, наверное, все. Эй, говорили, в 15, что ли, изменили. Ну, это нормально. Давайте пройдем 10 уровней. Так. Блин, ну это очень сложный уровень. Так. И я выиграл! Ура! Я выиграл! И вот смотрите, у меня какие тут крутые машины, ё-моё. Это что за звуки, не понял? Вот. Все мои машины. Давайте заберем. Ё-моё, машины уже. Блин, а вот это выкинем. Все, я теперь могу... Я выиграл, я все выиграл, я выиграю этот... Я выиграю эти все уровни. Теперь я тут босс в этом. Теперь я сколько, на скольких машин буду кататься по всем роликам, ё-моё. Офигеть, сколько роликов. Давайте сфотаемся даже с этими очень крутыми. Давайте сфотаемся, так. Ой, теперь круто, да. Ну, ребята, если вам понравился этот ролик, поставьте лайки, подпишись. И смотрите, офигеть, сколько у меня вообще тачек. Ну и всем пока. Ой, давайте это все теперь зальем. Давайте посмотрим, что произойдет. Ё-моё, что произошло? А это мы же еще ничего не взорвали. Вот, ё-моё, сразу две. Ё-моё, мотоцикл как вертолет полетел. Рады, ребята, если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь, ну, всем пока. А ты кто такой?